Прошу вас. Аплодисменты! Так, достаем. А кто звонит-то будет, пожалуйста? Так, открываем. И там номер телефона, на который мы сейчас набираем. Имя есть какое-то? Нет. Имя нету. Вот, девушки, а наверху оставили, а имя-то на всякий случай писать не стали. Неправильно, у нас сразу. Ну, как бы. Она стояла. Так, у кого-то звонит телефон? Да, подожди, у меня не прозвон не пошел пока. А у меня вообще. А как номер-то? Красивый зеленый шар, можно замотать, он будет выглядеть практически как борода. Аплодисменты победителям. Анастасия, поздравим Анастасию. Давайте еще пару шарфиков разыграем. Марта, прощайте, барабан. Блин, я хочу свои дубы. Так. Номер. Номер заканчивается в последние три цифры, скажи. 95-57. Игорь, набери, пожалуйста. Сейчас. Если у кого-то номер заканчивается на цифру 95-57, вы можете уже насторожиться. Сейчас у вас будет звонить телефон. 95-57. Возможно, человек уже ушел. Давайте я свой дам, пусть на мой позвонят. А, или это... Я что-то не то сказал. Какой-то должен быть. Здесь нужно что-то? Это же не почему нет? Нет. Я думаю, что это прозвоню. 95-57. У кого номер последний цифр номера? 95-57. Да, я понимаю. Давайте еще один. Ну, следующий. Давай вращайте. Автоответчик. Барабан. На основной приз все меньше претендентов. Последние три цифры. 0,33, 10,37. 0,37. Последние цифры. 0,37. У кого номер? 0,37. Номер, который заканчивается на цифре 0,37. Они заранее что-то записывали, играли в номера? Они обходили, да, кто хотел. Я пропустил всю кухню, пока пил пиво там. Продолжаем вращать. Я вообще решил, что это девушка по лотерее звонят парням. Получилось неплохо. Я считаю, что кто ушел за кадром, последние три цифры. 203. 203 последние цифры. 203. А потом мне будут бабы перезвонить. Да? Надежда, я чуть-чуть боюсь.
Еще страшнее. Так. А почему я не буду вам звонить? Алло. Ну, здравствуйте, а вам из папы Дубленец вас беспокоит? Вот, вы выиграли в лотерею. Вы, видимо, ушли уже. В этот конкурс трудно врубиться сразу. А, коллеги там остались, да? Кто это, как зовут? А, как зовут коллег? Кому подойти? Лидия? Лидия, здесь есть Лидия? Лидия. Лидия, чья коллега ушла. А как коллегу зовут? А как вас зовут? Анна. Анна? Аня Кравцова! Мы ждем, пока будут остальные перезванивать, или что здесь происходит? Не-не, давайте дальше, если не берет нам. Давайте дальше. А кто их перезвонил, мы не знаем, да? Нет, отложили. Марта, готовность 0-1. Последние цифры 542. Ну что, Игорь, мне никто не перезванивает, мы считаем, что они уже не выиграли. Нет, потому что... Спорить. Прям, да. Друзья остались, а как друзей зовут?
Есть? Арамис! Он же не участвовал. Арамис здесь? Да. А подойди, пожалуйста, сюда. А как зовут девушку? Девушка, как вас зовут? Елена. А с вами была девушка Елена, которая вас оставила здесь, а телефончик оставила? Да, она убежала. Она выиграла дисконтную карту банка Дубра. Она уже в курсе, поэтому заиграть карту не получится. Не получится, все спалили. Вот, передавайте ей поздравления. Передадим через Арамис за аплодисменты. Спасибо большое. Ну что, волнительный момент, главный приз сегодняшнего вечера. Косметика для девушек от компании «Туда и Турдил». Вращай барабан. Волнуешься? Девочка, подожди, я сама. Как там? Вот так. Вот так, да? Вот так, хочу. Ну ладно. Партнер, давайте. Хорошо, договорились. Поэтому мне теперь твои шансы выйдут. Сдавала телефон? Да. Да. В долю позовет. Они не знакомы, уже пусть началось. Я от этих женщин вообще офигеваю. Последние четыре цифры. 88-27. 88-27. Пусть с первого раза. Как вас зовут? Даша. Аплодисменты Даше! Главный приз. Что скажешь? Да, скажу. На самом деле пакет... Какая-то зависть в голосе. Зависть есть. На самом деле у меня нет такой прекрасной косметички, как в этом пакете. Несмотря на то, что представитель двух брендов, на самом деле тоже купил, это мужской бренд. Но несмотря на то, что на пакете написано Drifted Hill, внутри пакета прекрасная косметичка, прекрасные продукты из эко-линии бренда французского немецкого бренда, бренда Drifted Hill. Пользуйтесь на здоровье, вы знаете, что вы будете делать? Зашли бухнуть. А по этим хилым аплодисментам мы можем понять, что такое женская зависть. Мужики, похлопаем! Ладно, спасибо большое. Все, что могу, значок Drifted Hill с британским флагом. Спасибо тебе большое, что помогла. Все, на этом наша официальная часть заканчивается. Дальше просто пьем, едим, наслаждаемся. Всем спасибо, по-моему, было клево. Ура!